День любви, семьи и верности. А какое ваше отношение к этому празднику? Нормальное отношение. А зачем он, по-вашему, нужен? Зачем нужна семья? Ну как, семья, чтобы брать детей, чтобы дети были счастливы, чтобы все было хорошо в семье. Чтобы как, семья была всегда крепче, чтобы ценили ценности семейные. Ну, чтобы в семье все дружно и жили. Для продолжения своего рода, мне кажется, нет? Чтобы как-то укрепить институт семьи. Это как бы награда для людей, которые долго прожили, да, это праздник их отношений. Любовь, она рождает жизнь. Как же без нее-то? Семья, это в первую очередь, всегда на первом месте стоит. Любовь, семья, верность, дело хорошее. Мы только за семью всегда. И за верность, за любовь. Праздник, конечно, необходим, чтобы объединить родных. Мне кажется, это самый светлый, самый нужный праздник в России. Это святой, это очаг. Праздновать его – это очень здорово. Отношение к этому празднику самое положительное, потому что семья – это самое важное для человека. А кого бы вы хотели поздравить с ним? Своих родителей. Еще? Я очень люблю своих родителей, бабушку люблю свою, всю свою семью поздравляю с этим праздником. Поздравляю сына, у него уже на день рождения сегодня, мужа, всю свою семью, всех своих родных. Родителей, маму с папой, которые всегда любят нас. Ну и вообще, всех поздравляю. Поздравляю любимого мужа с этим праздником. Я тебя очень люблю. С праздником хочу поздравить своих детей. Алексея, Ольгу, своих внуков. Ну и вообще всех жителей. Всех причастных. Всех, кто любит, кто в семье и кто верен обязательно. Всех влюбленных, всех близких и родных. Всем добра и здоровья. У вас есть семья? Да. Желаю вам счастья. Удачи, благополучия в семье. Спасибо. Мира и любви. Любите друг друга и будьте крепкой семьей.